Шесть лет назад проект был запущен в Москве. Во время подготовительного периода специалисты клуба изучали опыт ведущих зарубежных футбольных лагерей. Все прошло успешно. В 2017-м расширили деятельность. Помимо столицы, центры подготовки юных футболистов открылись в Крыму и Когалыме. В 2018-м в нашем городе вновь прошли две смены сборов. Многолетнее сотрудничество связывает «Лукойл» с командой «Спартак». Летний футбольный лагерь в Когалыме – совместный проект. 2022-й – не исключение. Условия проведения сборов высоко оценили тренеры футбольной академии «Спартак Москва» имени Федора Черенкова. Делиться опытом будут чемпионы страны Александр Семенов, Владимир Букиевский, Олег Кужлев, Александр Шупляков, Алексей Милешин. «Спартак-кэмп» – это двухразовые тренировки, мастер-классы, индивидуальные занятия, медицинское сопровождение и правильное питание, плюс культурная программа. Как заверяют организаторы, тренировки состоятся при любой погоде. Для этого задействуют спортивный центр «Юбилейный» и КСК «Ягун».